«Газпромнефть». Всем привет! Стартуем мы из Нижнего Новгорода. Сейчас пока немножко выйдем с этих дворов. Показывает 8,5 часов ехать. И ориентировочное время прибытия 17:12. Ну, посмотрим, что по факту получится. Пока любуемся Нижним Новгородом. Далее на трассу через Саранск и Саратов.
данный автомобиль я уже перегонял из Ижевска в Нижний. Поработал немножко в Нижнем Новгороде. И далее и путь в Саратов. Улица Белинского. Попробую что-нибудь придумать с салонным регистратором. Не знаю, может заработает. Но, к сожалению, нет запасного шнура. А подозрение именно в нем. Какой-то он весь гнутый.
вчера поздно вечером сел в Москве на поезд. На Ярославском вокзале. 23.55. 6.26 сегодня был в Нижнем. Получил машину. Сейчас у нас 8.45. Я выдвинулся обратно. Не обратно, а дальше. В точку Б. Нормально, машину получил, а сейчас выезжаю из Нижнего Новгорода. Ха-ха.
так в целом нормально все, и дорога, ну, более-менее нормальная. Ну, посмотрим, что на трассе будет. Разница с Саратовым по времени.
Да, есть. Час разницы. Сейчас у нас по Москве 8:55. По Саратову 9:55. Саратовскому 6. Поезда. 19:50. 19:50, наверное. Так, лучше на 19:04 успеть по московскому времени. Нет, нормально. Постараемся сегодня еще и уехать обратно. Постараемся. Не знаю.
пожалуйста, насколько хватает карты памяти в Grand Vision?
Oil. Oil косит. Взят новый курс. Подойдите сюда с заправки. Газа.